Это лесопитомник в селе Вылково Тюменцевского района. И раньше сосны здесь не выращивали. Теплицу построили в прошлом году, сделали первый посев. Получилось. Сосны прижились, теперь процесс отлажен. Однако, чтобы из этих малышек выросли взрослые деревья, нужен должный уход. И это непросто. Это ежедневный, ежечасный мониторинг этого, температуры, солнечной активности, чтобы все это работала система, сбой не дала вовремя не зашториться или не открыться форточки, что вентиляция не произойдет, может сеянцы свариться. Это полив постоянно, это постоянная прополка. На всех этапах роста за сеянцами следят, как за малыми детьми, если нужно, подлечивают. В первой неделе жизни мы уже делаем анализы, и тогда уже смотрим, хватает ему, либо не хватает микроэлементов для дальнейшего роста. Если не хватает, то назначаем опять внесение удобрений. Здесь же в лесопитомнике и заготавливают шишки для выращивания новых деревьев. Лучший и верный помощник – так называемая шишка-сушилка. Кстати, таких в регионе всего две – в Первомайском районе и тут. Аппарат старенький, 60-х годов, но проверенный. Сейчас он стоит без дела, ждет, когда подоспеет партия шишек. Начинается сбор ее с конца октября, с начала ноября. Ну, в зависимости от погодных условий, чтобы не сыро, чтобы дождей не было, а желательно, чтобы минусовые температуры были. Вот, закупаем мы сосновую шишку, складируем ее, когда уже набирается у нас необходимый объем, вот, мы начинаем рассушку, запускаем в работу шишко-сушилку. В шишко-сушилке температура может достигать до 40 градусов, и этого вполне хватает. По трубе поводозной попадает вот в этот ящик, с ящиком его лопатой. Кидаем в печку. Печка топится, получается тепло. Тепло подается на сушильную камеру. Полученные семена сосны отправляются на экспертизу, получают паспорт всхожести, затем хранятся в морозильной камере при температуре до минус 10 градусов. В таких условиях они могут пролежать десятилетия, а потом прорасти. Сейчас здесь находится примерно 600 килограммов семян. Хватит на целый лес. А пока они ждут своей очереди, к высадке готовятся уже подросшие сеянцы. В этой теплице 555 тысяч сеянцев сосны возрастом около 2 месяцев. И уже этой осенью их планируют высадить на лесокультурную площадь нашего региона. Так, благодаря Вылковскому лесопитомнику в Тюменцевском, Павловском, Угловском, Новичихинском и Завьяловском районах подрастают новые хвойные, которые потихоньку превращают окрестности в маленький лес. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком.